Дорогие друзья, вас поздравляет певица, без которой просто невозможно представить ленинградскую, петербургскую сцену. И вы знаете, даже кажется, что звучание ее голоса уже давно слилось с течением Невы. Для вас поет народная артистка России Мария Пахоменко. За роялем заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Колкер. Собираются подружки, сегодня им уже за 60. Детдомовское лакомство ватрушки, их мама мастерица выпекает. Ленинградские девочки, не считайте морщины, вы прекраснее всех в зеркалах и собой. И к лицу вам осенние ваши седины и нарядные блузки. Вам очень идут. Есть в январе особенная дата. Не надо ни звонить, ни в гости звать. В тот день была разорвана блокада. Кто выжил, будет праздник отмечать. Ленинградские девочки ничего не забыли. Вечный реквием скорби, списки горьких утрат. Из пожара войны вас в Сибирь увозили. Далеко-далеко не вернуться назад. Как долго вы еще надеждой жили? Случится чудо, и прощай, детдом, и братство ленинградское сложили, связав его навеки с Иртышом. Ленинградские девочки, вы как сестры живете. И детей породнили добротой своей. Самовар на столе вот сейчас родился. Как любуюсь я вами и мамой моей, и к лицу вам осенние ваши седины и нарядные блузки вам очень идут. Ленинградские девочки, не считайте морщины, вы прекрасны и молоды, и зеркала вам лгут.
народная артистка России Мария Пахоменко, заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Колкер. Есть.